перенимать опыт к нам приехали из Воронежа. В четверг региональное управление МЧС посетило делегация соседней области. В центре внимания Курская система 112, по итогам прошлого года признанная самой эффективной в ЦФО. В Воронеже внедрение единого номера вызова экстренных служб только набирает обороты. Напомню, в нашем регионе систему 112 начали внедрять в 2008-м. В декабре проведут государственные испытания и полностью введут комплекс в эксплуатацию. Является пилотной наша область, в связи с чем последнее время, так скажем, ну не раз в год, а 2-3 раза в год к нам приезжают с разных субъектов, даже иностранные делегации. Система охватывает 5 городов и 28 районов. Каждый день на единый номер 112 поступает около 3000 обращений. Время реагирования всего несколько минут. Коллегам из Воронежа продемонстрировали деятельность центров обработки вызовов и управления в кризисных ситуациях. Сейчас мы создаем базу, в рамках, там, на основании которой мы будем там, в последующий период развивать систему 112 в Воронежской области. Соответственно, нам очень важно там, понять те сложности, с которыми коллеги сталкивались, те, там, скажем, острые углы и тонкие моменты, чтобы у себя по максимуму не наступать на те же грабли. Посетили воронежцы и Золотухинский район, где функционирует передовая единая дежурно-диспетчерская служба.